Добрый день всем, кому интересен мой канал. Вот я вам сейчас дам небольшой материальчик, который, к сожалению, не был в свое время, то есть предвыборно отмонтирован. Ну, просто в силу определенных обстоятельств тяжелых по видеомонтажу, по технике. Но, тем не менее, он оказался удивительно актуальным. И касается он того, что прокатывается по телевидению и как бы вообще как обрабатывается население, да, посредством художественных, якобы заказных, программирующих, по сути, фильмов. Думайте сами. Жесткость потерял. О, какой кинематографический костер прям. Я говорю, смотрел вчера упыриные московские фильмы. Такой дегенеративный. Ну, это НТВшный канал, он отличается этим. Ой, по ту сторону смерти, вот. Где гармония, это просто снимала какая-то баба-одиночка, видимо, сценарист, которая ненавидит очень половую жизнь мужиков, практически полноценные семьи. Поэтому у нее все бабы независимые, там все семьи неполноценные, все дети какие-то либо дегенераты такие, с большими головами, маленьким этим, либо просто акселераты, которым просто детские проблемы не интересны. Ужас просто дикий. Нежить такое. Торжество нежити. Ну, я поэтому не удивляюсь многим таким вещам. И на это все расходуется. Так, увидел город, который обворовал всю страну и живет себе счастливо. Фейки про каких-то там плодит террористов. Опа! Как оно бунуло. В духе времени, которым деньги не нужны, которые так сами по себе бегают. Тол где-то килограммами находят, блядь. И прочее. И про то, как все это нужно охранять. Да не надо. Куча ментов. Это я все про кино рассказываю, не знаю. Еще сколько-то серий ужаса предстоит. Но это четкая психологическая обработка перед выборами. Такой все-таки заказ, как бы. На самом деле оно это. Целевое кино, то есть. Иначе деньги не дали. На художественный фильм не тянет. Это не шеф какой-то там с его психозами, там, нейростенией, которая три серии. Про несгибаемого мента там, которого все-таки согнули в конце концов. Хотя он уже был генералом, все-таки. Эй, блин. Своя же ментовская МВД, ментовская полицейская. Сейчас стало еще циничнее. Еще более дико, еще более. Ой, поэтому хорошо быть тут вот по здравому уму. Далеко от этого маразма вашего. Ближе к природе. Жизни птичкам, что-то вот из-за ветра птички затихли. Я хотел-то птичек записать. Так они пели. Медведь? Что, медведь? Он что, проснулся, что ли? Дегенераты эти написали, что медведи застрелили, он вылез на большевик, там кому-то помешал. Да нет, это скорее они его. Понятно, что медведи только отстреливают. Медведь. Медведи спят еще нормально. Им еще недели три спать. Пока вода не зажурчит. Как вода зажурчит? Вода не журчит, вот посмотрели. Слухи о глобальном потеплении преувеличены.